система аспирации. Вот отсюда одна выходит, отсюда вторая. Ну, я имею в виду легкие примеси. Одна на входе работает, другая на выходе. Здесь ставится вентилятор осевой, да, какой разгоняет у нас воздушные потоки. Ну и происходит деление. Одна на входе аспирация работает, другая на выходе. Вот воздушная колонка. Я не представлю. Да даже, наверное, сверху они. Да. Вот так. Ты ее одеваешь. И вот у тебя отсюда как раз соломки могут выскакивать. И ты делишь потом еще дальше, стечки делаешь и все. Что касаемо регулировок. Получается, вот эта регулировка у нас с вами регулирует заслонку. Вот с этой стороны заходи. Подача материала. Вот. Больше, точнее меньше, больше, да, то есть на всю. Вот эта с нами заслонка у нас регулирует подсос воздуха, да, то есть больше воздуха, меньше воздуха. То есть это мощность аспирации у нас с вами регулирует вот эта заслонка. Дальше, что касаемо еще здесь каких-то регулировочных моментов. Вот она еще с нами, одна заслонка. Она регулирует подсос воздуха на выходе, да, на аспирации. Больше воздуха, меньше воздуха. Вот. Вот эта заслонка. Вот. А здесь у нас ставится циклон. Для того, чтобы легкие примеси сюда выводились.